Это ваш сайт, да, вот это вот? Да. Официальный? Да, официальный сайт. Ну, вы сами им не занимаетесь? Не помогает. Ну, я, нет, я периодически на него захожу, конечно, добавляю какие-то новости, пишу. Да, я обратил внимание, что здесь есть письма от Лизы, да. Такой очень необычный формат, крайне редко, то есть последнее в сентябре, до этого только в феврале. И вот про последнее письмо ваше я хотел поговорить, сентябрьское. Оно действительно очень необычное, о чем вы сами говорите. Вы описываете там, ну, неудачу, как, с вашей точки зрения. Я это выступление не видел, но вы считаете, что оно было неудачное. При исполнении песни вас там перемкнуло, что бывает со всеми. Зачем вы рассказываете вещи? Для того, чтобы освободиться как-то и для того, чтобы получить какую-то реакцию фанатов ваших? Ни в коем случае. Ну, во-первых, нет, вообще очень приятно, что люди пишут какие-то слова поддержки. Это правда очень важно. Хотя, может, кто-то говорит, что абсолютно не важно ничьим мнением. Для меня очень важно. Но, конечно, это и возможность освободиться, как бы написать о своих ощущениях. И вообще рассказать людям, которым это интересно, о том, что жизнь не состоит только из одних, ну, там, успехов. Ну, вы же сами прям, я вас перебью, прям сами в заходе проговорили, что обычно пишут об удаче. Да, даже не да. акцентируя на этом внимание, но рассказывают о каких-то вещах, которые можно там поставить в зачет. Это с вашей точки зрения, опять же, даже не знаю, о чем речь, поскольку не видел этого выступления, вы считаете, что вы неудачно спели, что да. там это была вот просто такая драма творческая. Честно, нет, да. не творческая драма, не так, да. конечно. А как? Просто для меня странно, но психологическая травма, потому что с какого-то возраста, знаете, когда ты выходишь на сцену, когда тебе 7 лет в мюзикле «Инни» и поешь несколько арий самостоятельно, то тебе делают скидку на какие-то ошибки из-за возраста. Как ребенок, да, как ребенка. И, может быть, еще тогда я просто не осознавала вообще того, что со мной происходит, что я на сцене, что это ответственно, что люди смотрят. Я просто получала удовольствие. А сейчас я стала задумываться о том, как это у меня получится. То есть я... Думаю, да, о результате. Ну, по-моему, очень строги к себе, потому что вы же еще ребенок, вам 17 лет. Вам в Америке даже пиво не продадут, поэтому, в общем-то, я думаю, что вы напрасно как-то заморачиваетесь. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».